Всем привет, дорогие друзья, с вами Creepy Pie, и сегодня я хотел бы сделать небольшой видеоролик, по-моему, так понятно по названию, что это за видео, ну и какой смысл оно несет. Так вот, что же нужно для участия в этом конкурсе на 400 подписчиков, и вообще для начала? Возникает такой вопрос, почему 400, ведь на моем канале, ой, сколько там еще, господи. На моем канале еще только нету еще. Нет, стоп. Сегодня я смотрел, у меня тут не отображается, вроде не помню. Может быть, отображается, я не знаю. Ну, по крайней мере, я не вижу. Ну, все же вот ладно, я вообще там 365 вроде. Или 6. Ой, нет. Может, даже 4. В общем, я не помню, так что. В любом случае, это еще не 400 подписчиков, так что вопрос, тогда зачем делать конкурс на 400 подписчиков? Давай сейчас. Так, вот на чем я остановился, я уже забыл. В общем, суть этого видео, ведь на моем канале еще не набралось столько нужно подписчиков, сколько и, как бы, в принципе, нужно для начатия конкурса. Но этот конкурс только начинается. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам, ну, всего лишь ничего не нужно вам. Для этого вам нужно, первое, это поставить лайк, второе, это, ну, как обычно, комментарий положительный. В комментарии написать ваш логин в скайпе, либо скинуть вашу страничку ВКонтакте. Потому что, скорее всего, сообщение я отправлю туда. Ну, и, в общем, об этом я расскажу чуть попозже. В общем, отправлю я сообщение туда, что, типа, вы выиграли. Это я тоже попозже расскажу. То, что вы победили, вот что там, ну, все нужно. В общем, это я потом расскажу. В общем, вам нужно написать свой логин скайпа или ВКонтакте. Либо и то, либо одно из этого. Как вам удобнее. У меня вообще без разницы, я могу и так, и так. Главное, чтобы вы добавили или там, или там. Все. Вот, поставить лайк, положительный комментарий, какой вообще любой, просто любой. Но участвую, вот этого писать не надо. Только не участвую. Вот, кто хорошо слушает, я даже специально напишу, только не участвую. Все. А, так можете любой писать, только положительный комментарий, вот. И только еще поставить лайк для всех, кто хочет. А, что я буду разыгрывать? Я разыгрываю 3 лицензии Майнкрафта, потом 2 рандом аккаунта от Орегона и одна стимская игра. Не так уж, как бы, в принципе, много вроде, но в то же время как-то приятно получить что-то вот это вот из этого выиграть. Так что, ну, я не знаю, надеюсь, что кому-то понравится. Может быть, еще хотелось бы, если вам что-то еще хотели бы добавить, ну, чтобы в этот конкурс, то напишите в комментариях. Конкурс продлится до 400 подписчиков, так что как только наберется 400 подписчиков. А, вот я вижу, 368 подписчиков, я слепой просто. Ладно, это ничего не важно. Как только наберется 400 подписчиков, я запишу еще одно видео, там уже, может быть, даже будет веб-камера, это, ну, надо посмотреть, я не уверен. Но я хочу с веб-камерой, потом, ну, как так. В общем, для участия в этом конкурсе вам нужно поставить лайк, потом в комментариях оставить какой-нибудь положительный комментарий, в общем, ну, любой только положительный, но не участвую, вот это я не люблю. Потом там же написать ваш логин скайпа или страницу, скинуть страницу из ВКонтакте, и, ну, лучше сделайте то и то. Кому как удобнее, можете или то, мне вообще без разницы. Потом, если хотите, можете написать что-то свое, что вы хотите добавить, например, если вам, например, нравится какой-то ключ от, скажем, я не знаю, от какой-нибудь игры, ну, я могу его добавить, например, от стимовской, но только не такой дорогой, в принципе, ну, я не знаю, тот же Forest или Rust, или, ну, что-то в этом роде. Могу даже аккаунт дать, но там как получится с деньгами, потому что денег у меня не так уж много, да, в принципе. Как бы недавно только подключил партнерку, ну, в принципе, 2-3 месяца назад. И денег от этого мало, там только мало, да, часов там рублей 70 где-то, может, меньше даже. Так что я не знаю, я могу, конечно, своих добавить, но это уже как вы хотите. Вот, и, в общем, после этого, ну вот, пишите положительный комментарий, например, оставляете вот тот же, оставляете свой скайп, страницу ВКонтакте,
И потом еще можете написать, что вы хотите добавить, например, что-то свое. Я посмотрю, может быть, если что-то понравится, то я добавлю. Конкурс, еще раз повторяю, продлится до 400 подписчиков. Так что ваша задача еще позвать своих друзей, которых, ну, если вы позвали, и, в общем, просить всех, чтобы они подписались. Да. Ну, главное, чтобы это был небольшой, не такой спам. Но главное, чтобы подписались, это самое главное. И только наберется 400 подписчиков, ведь сейчас я плохо вижу, ну, 368. Просто вообще реально плохо вижу. 368, и как только наберется это, ну, наберется 400, там уж, конечно, надо позвать много людей, да, но, не так уж много там. 32 человека. Не так уж много, когда у меня только развивался канал, там повезло, спасибо двоим моим друзьям, которые мне помогли когда-то давно. В общем, всем, я не знаю, удачи выиграть в этом конкурсе. Я жду от вас комментариев и жду от вас всего этого, так что давайте уже наберем 400 подписчиков. Это, конечно, не 500, но все же тоже хорошее число. И с вами был CreepyPie. Всем удачи, всем пока.